«Вы служите, мы вас подождем». Эта фраза из песни очень коротко и емко характеризует чувства, которые испытывают родные и близкие новобранцев. В минувший вторник Щелковский военкомат первых 10 ребят отправил на срочную воинскую службу. Их тепло напутствовали почетные гости. Уверен, что вы осознаете всю ответственность, которая лежит на ваших плечах. Потому что от тех действий, которые вы будете предпринимать, возможно, будет зависеть будущее вашего дома, ваших родных, близких. Я очень прошу, чтобы за время службы вы помнили и о славных традициях наших предков, чтобы не забывали свою малую родину и гордо несли звание Щелковского призывника. В жизни любого юноши это событие из разряда первостепенных по значимости с точки зрения всего дальнейшего пути молодого человека, у которого появляется первая по-настоящему, можно сказать, государственная ответственность и обязанность идти на службу в армию, выполнять свой конституционный долг. Желаю вам от имени генералитета нашего Щелковского округа удачи, здоровья и успеха. Я вам желаю доброго здоровья, хорошей службы и с почетом возвратиться домой к своим родственникам, своим друзьям и родителям. И вот наступает самая волнующая минута, когда уже в едином строю вчерашние мальчишки шагают навстречу воинской службе, через которую надо суметь пройти с достоинством и честью. Хочется верить, что эти ребята уже все для себя решили. Отслужить как надо и как требуется, чтобы быть мужчиной. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о том, что ты будешь, как ты будешь служить? Думаю, служба пройдет отлично. Не переживаю по этому поводу. Настроение отличное, боевое. Как готовился ты? На самом деле, только морально и чуть-чуть физически. Большинство призывников из первой команды отправятся в сухопутные части Западного военного округа, в ракетные войска стратегического назначения и в железнодорожные войска. Следующую отправку Щелковский военкомат планирует провести 14 мая. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».